К счастью, обошлось без жертв. Сегодня примерно в 5:30 утра движение по улице Локомотивной перекрыл сошедший с рельсов грузовой железнодорожный состав. Причины схода еще выясняются. Спустя несколько часов движение по магистрали было восстановлено. Были вызваны вся специальная ремонтная техника. Вот, и спустя где-то примерно полтора часа, уже 28:30, автомобильное движение было восстановлено. Сейчас остается только восстановить железнодорожные пути. Тем не менее, сегодня утром автолюбителям из железнодорожного и Свияжского районов пришлось постоять в пробках, чтобы добраться до центра города. Ответственные за транспортный коллапс уже найдены. В результате разбирательства выяснилось, что Ульяновский моторный завод не эксплуатирует данные пути. Они сданы в аренду коммерческой производственной фирме, которая занимается как раз ремонтом железнодорожных вагонов. И когда состав выходил с территории завода, вот произошло вот этот сход вагонов. Сейчас идет расследование, расследуют представители российских железных дорог. Причина пока предварительная, но наиболее вероятная – в ненадлежащем содержании путей компании, которая их арендует и эксплуатирует. Трамвайное движение тоже восстановлено. Хочется отметить, что в непростой ситуации РЖД, региональный Минтранс и Управление дорожного хозяйства областной столицы сработали максимально оперативно и качественно. Павел Половов, Екатерина Колесникова, Николай Трофимов. Новости Улправды ТВ.